Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова тройка успешных наемников, успешных парней, которые пришли к успеху. И неплохо так поднялись в конце предыдущей серии. Мы поняли, что мы урвали, и сейчас вы все увидите. Вы можете подумать... Не волнуйтесь, это пустые брифкейсы. Здесь ничего нет. Да, господи, боже мой, опять ночные серии. Но нет! Но нет! Понимаете? Я сложал, открыл карту. Это, между прочим, наша машина. Это, да. Между прочим, мать вашу, ваша наша машина. Я уже заговариваюсь. Мы крутые. Короче, у нас глубокая ночь, все хотят спать, но так интересно, что никто не идет спать. Да. Нам дали офигенное задание, мы должны прорваться к бандитам и там перепилить опять всех. Да, бандиты все сели? Да, ну, довольно-таки далеко нам гнать. Бандиты захватили медицинские палатки, и нам до них 7 километров ехать довольно далеко. Но в этой машине я почему-то не боюсь. Это же Хаммер. Это же он, да. Джек купили прицел на пулемет. Да. Так что все нормально. Купили этих патронов. Еды ПНВ. Купили, воды купили. В общем, ПНВ в конце концов, да. То есть ночные серии такие ночные, но нет. Зачем мне пары? Наверху здесь на самом деле есть окошечко для пулеметчика, но оно закрыто. А помните, да, тот бронированный Хаммер, который я видел, который был с нашитыми листами бумаги? Интересно, что же это такое было? Мне кажется, это чисто бытовской. Как он может ехал и как он может меня сбивал, это было что-то такое не бытовское совершенно. Ну, видимо, ее кто-то раздобыл, то, что не продается. Мы нашли только такое. Нет, люди писали, что какой-то чувак ездит на БМП и всех взрывает, уничтожает. Я повторюсь, я видел танк. Да, такое. Как прошу заметить, да? Мы закупились практически на полный, и у нас еще остались деньги. И мы эти самые деньги будем вливать в дом, скорее всего. Еще хочу заметить, что не одни мы такие умные, сервак, в принципе, не пустой. И я думаю, не только мы сейчас захотим урвать деньги с этих бандитов. Возможно. Поэтому, парни, напрягитесь маленько. Ну, еще ехать далеко, конечно. Но дело в том, что мы еще немножко опоздали. Мы видели эту цель, но я решил поменять кое-какую свою экипировку, и это заняло какое-то время. Так что да, чтобы прицел на его снайперке работал ночью. А то у меня было СВД, а СВД ночью с моей ноги, как известно, не работает. Без прикрытия стрелы нам некомфортно тут было. Некомфортно, да. О, кто-то был убит, между прочим. Между прочим, пусть. Вот так вот ему и надо. Так найдем одним бойцом меньше, нам спокойно. И денег заберем. А знаете, что мне кажется, что мы, наверное, не сможем открывать ящики с лутом, пока, ну, типа, нам не засчитают, что мы миссию выполнили. Возможно. Вот когда я подошел к Хаммеру, нам написали, что мы сделали, тогда, я так понимаю, ящик открылся, а так он был бы закрыт. Если в этот раз у нас все пройдет так же чисто, тут валаберса, как у нас говорят, короче, я буду вас прикрывать, а вы будете лутать, потому что один человек должен при присмотре быть. Или наоборот, ну, там, короче. Лучше я останусь, потому что у меня есть кое-чего. Только надо лутать быстро, быстро. Сели, забрали, как пуля резкий. Хватаем, а к нам сейчас ничего не надо, оружие не нужно, патроны не нужны, только вот деньги. Этот... Только деньги. Деньги. Деньги, деньги, дереби деньги. Но машина вообще по бездорожью идет как надо. Ну хорошо, 40 километров держит. Справа какая-то. Ничего. Смотрите, пустая. По сторонам я буду следить за дорогой. Я кстати, что еще хотел сказать, очень важное. Мы едем вообще-то медицинские палатки отбивать, не факт, что там будет много денег. Ну нет, ящик будет по-любому, я думаю. Плюс мы зарабатываем хуманити, а когда мы зарабатываем хуманити, мы зарабатываем репутацию, и нас могут пустить в Heroes Camp. Да. Лагерь нам нужны героев. Пакеты крови, поэтому. Да. Нам нужны типа. Почему пакеты крови? Артур, ты налево смотришь, я направо. Я направо смотрю, я не могу налево смотреть. Я прямо. Окей. Я же справа еду. А, ты тоже справа? А, да. Я вообще от третьего лица качу. Ну ладно, я слева тогда буду смотреть налево. Ой, с третьего лица буду налево смотреть. Угу. Короче, если бы такая система экономики была добавлена уже тогда, когда мы играли не первый, дольше задержались. Мы бы задержались в разы надольше. Ну и я думаю, сейчас бы мы имели бы уже гораздо более проработанную систему. Пока что все это очень криво и очень плохо работает. Плохо то, что Дин не может этого сделать. Это ведь делают совсем другие люди. Я думаю, в тот момент, когда Дин выпустит свой DayZ стендалон, но он уже тупо будет никому не нужен, из-за того, что там будет банальный DayZ безо всяких обычный, без всякого, да. А тут вот есть, например, Эпоч, вот, которым можно заниматься делами. Тут есть Overwatch, который гораздо лучше, чем прочие моды. Origins, который по-своему очень крут. Да, карта справа, машина. А, я, кстати, видел машину с пулеметом. Артур, мы же видели тачку с пулеметом, помнишь? Да. Ущерно. Да. Так что такие машины, видимо, лутаются.
Но она очень не защищена. Там можно машину своей сделать, то есть когда ты вот такую отжимаешь, чинишь ее полностью, приезжаешь, там получаешь какие-нибудь ключи или что-то типа нет, того, и она нет, твоя. Вроде ключей нет, братан. Ну они у тебя сейчас есть в инвентаре. Не, ну так это ключи для моей машины, для этой. Ну а может я купил. Можно. Короче, не знаю. Я тоже. Замок неприятный у нас слева по курсу будет. Замок? Да, прямо сейчас, куда ты едешь. Сейчас мы на заправку выезжаем. Я понимаю, слева стоит замок, вот он уже стоит. Нет, это не он стоит, он чуть подальше стоит. Ты что-то путаешь. Не-не-не, я его только что видел. А, да, тогда не путаешь. Поедем. А может там какое-то новое здание стоит? Нахер пошла. Эта тачка не боится ничего. Возможно. Кроме, я думаю, попадания ракеты. Кроме танка. Вертолет, я думаю, если там будет нормальный вертолет с пулеметами, то он тоже не очень хорошо и сделает. Мне кажется, вертолет, пулемет такой, как М240, ее не прошибет. Ой, точнее, М249 не прошибет. Ну, у меня есть ключи, я могу проверить. Нет, я бы потом проэкспериментировал, если у нас будет сейф, и там будет кругленькая сумма. И не жалко. А пока что все наши бабки лежат здесь. И мне экспериментировать не очень. Кто сигналил? Никто не сигналил. Кто-то сигналил. Я честно говорю, кто-то сигналил. Без шуток. Далеко. Далеко справа. Справа, слева, да? справа чуть позади. Ну что, серьезно? Я серьезно говорю, кто-то сигналил. Бибик не в ответ, я не знаю. Да вот сейчас. Не надо. Не, да я пошутил. Чего ж такое? Мы выйдем и крикнем. Мой слух вас никогда не подводил. Следите за спиной, господа. Да я могу лишь направо. Тачка чувствует себя идеально. Джек, я понимаю, там третье лицо, читы, но просто это наша тачка, поэтому ставь третий вид и смотри лучше так, так все виднее. Пока игра дает, надо брать 3 километра, 3300. Да. Ты приблизил, я надеюсь, Артур, двойным кликом правой мышки? А можно через плюсик на нами это делать. Ну ладно. Я так привык просто. Сканируйте местность. Такая антенна у нас сзади прикольная. Да, я говорю, я уже заметил тоже, хотел сказать потом. Да ладно. Радиоприемничек бы нам какой-нибудь туда. Как раз слушать. А будет, а кстати, Леонида вот, Агутина. А знаете, было бы круто, если бы не текстом писали, а реально в такой милитари транспортом по рации. Вертолет. Мало ли, хер его знает, пусть пролетит. По рации была бы передача. Это ж Мишка. Замечено. Ну, я не знаю, он просто может спалить нас, сказать кому-нибудь. Кому? Если у него есть радар, то он нас и так засек. Вот. На Мишке, по-моему, на таком нет радара, это пассажирский. Да и хер с ним, он улетел в нашу сторону, не смотрит. Я что хотел сказать, в DayZ вы говорили радио, в стендалоне же будет радио, и можно будет включать радиостанции, даже из реального мира, которые онлайн-радио, интернет-радио. Прикольно. И оно будет звучать там, где оно стоит. Можно поставить радио в дом, включить, и все будут заходить в дом смотреть, а у тебя там растяжечка, например. Ты добрый. Ну такое, типа. Прикольно. Или, например, в машину радио поставить. Old Fields, господа. Угу. Джек, я настолько упоротый, что забыл, ты направо или налево смотришь? Направо я, ты налево. Ну я так все это время я смотрел тоже направо. Молодец. Ну и я тоже, да, там, вертел камеру. Слева баллистические ракеты, там, да, тополя стоят в этих деревьях, нацеливаются на нас. У меня GPS есть? Вот, да, у меня есть GPS, кстати. Так. У Артура тоже у меня нет. Тут вода, Макс. Я вижу, да, спасибо. Тут мы рядом со Старым Собором, кстати. В Старом Соборе же тоже торговая зона какая-то. Да, но лучше пока мимо проедем. Ну, оставим потому что это сладкое. Старый Собор, да, потому что это довольно знаменитое место. Самое, я бы сказал. В Contagion есть такая функция, звонить по телефону друг другу, когда вы играете друг против друга, то есть, чтобы узнать друг, ты, ну, враг, ты ему звонишь, слышишь там в соседней комнате. И такой звук. Твою. И я типа думаю, в Старом Соборе такой заходишь, старый, такой телефон достаешь из куста там. Ты такой, понятно. Или мелодия такая, какая стандартная, нокиевская, там какая-нибудь дурацкая начинает играть. Да, я занят. Спереди свет. Слева, везде свет. Освещение просто. Да. А вот то, что слева вдалеке, где-то, наверное, метрах в 600 зомби, это значит, что там есть человек. Возможно, сейчас не могу сказать точно, но вроде я слышал, что спавнится на машина. Ну, наперед.
Да и просто так зомби по городам гуляют, даже когда мы не там. Ну мы опять же за 600 метров с топорнем, я думаю. А можно рядом с Могилевкой где-нибудь? Ну или там заныкаться перед городом? Не-не-не, пешком не пойдем далеко. Я чувствую себя более защищенным в таком транспорте. Тогда давай задавим их всех. Не, так, так тоже не надо. Слева Пойдем, УАЗик. Такой город слева. Да, слева УАЗик стоит. Деревья, каменоглавка, кабанина. Я пить хочу дико. Возьми из машины и попей, не стесняйся. Я могу лишь выпрыгнуть. А ты через карту. У меня вот через карту, когда я делаю, игра всегда вылетает. Да, не знаю, почему это. Это арма. Notes, units, что выбрать? Gear, вижу. Drink. Машину я могу закрыть, никто в нее не сядет, а не уедет. Да, колеса может прострелить. Ну, что делать? Да, есть, да. У нас там колес, в принципе, 3 или 4 штуки. В машине. 300 метров. Я бы даже за деревяшками поставил. Да, ставим. Макс. Че? Вот. Я бы вот за деревяшками поставил. Ой, да ладно, Джек. Если вы увидите, то ты ведь ночью на дворе. Так. О, там люди бегут слева. Враги, враги, враги на поле. Прям бегут? На поле бегут. Не вижу. Вы не видите, что ли? Блин, нет, не сейчас вижу. Скажу. 240. Вижу. Да даже вертолет на нас. Вертолет на нас заходит. 244. Это человек. Не люди, это не люди, это зомби. Зомби вижу, много зомби. 240, говорю, Артур. За кустами же? У меня правей, правей. Вон они в поле. Где, что там, свет какой-то? Луна. Где луна? На поле. 3 человека. 4. Джек, серьезно? А, вижу, да, действительно, вижу. Целится у нас. Ой, бегают. Да, вижу очень много людей. Я готов стрелять. Подожди, братан. Это, кстати, не люди, это именно те боты, которых надо. Да, именно они. Так, секундочку. Я хотел закрыть машину, кажется. Хорошо. Угу. Джек, с такого расстояния ты сможешь отработать. У меня прицел близко. Я смогу. Я тоже смогу. Пока мы тормозим все. Они никуда не денутся. Мы втроем вместе стояли, я мог сейчас стрелять. Их 5, 6, Джек, шмаляй, свободно, шмаляй. Сзади зомби, я его сниму пока. Ага. Чтобы не прибежал. Справа побежал. Хорошо, вроде братан. А, ну, вроде. Все, почисти. Что это было? Вроде все. Я зомби убил. Справа шел. Ну, вроде все. Вроде бы да. Че, на машине туда подъедем? Ох, ни хера не видно. Вполне можем. Или пешим все-таки. Да можем поехать. Как же темно, это пипец какой. С ПНВ, это светло, клево. Нет, нет, один стоит за елкой. Там еще эти палатки стоят. Упал. В них может что-то быть. Черт, ПНВ затемняет, не знаю по какой причине. Да, да, вижу, вижу. Но он мертв уже. Ну, только что я ему вкинул там. Подожди, надо же еще, значит, посмотреть. Я бы на самом деле чуть справа обошел. И туда пошел бы. Помните, что каждый выстрел — это смерть. Ну и от нас тоже каждый выстрел в них — это смерть. Шансы равны. Их больше. Они глупее. Вон один побежал. Ага, вижу. Попал я, нет, понимаю. Присел, он сел, он сел. Я ему повкидывал, надеюсь, он готов. Ага. Сколько максимум дистанция? 300 ровно где-то. Может даже чуть меньше. Он умер, Джек. Даю прогноз. Все, хорошо, 300 стоит как раз. Сейчас я зрение в порядок приведу. Да, покойник. Знаешь, что я заметил? Тут не дает мурдерс и бандит скилл, когда мы их убиваем. Ну да, до этого давали. Я чувствовал себя. Че, Джек, пешком пошел? Да, я так потихонечку продвинусь. Давай я с тобой тогда. А Макс нас скроет. Ну в аптеке, в этих, в палатках, в этих, может быть что-нибудь. А, ну я вполне могу вас прикрыть, кстати, остаться здесь, если хотите. Отлично. Там так, Макс, вот, яркий, вот правее там бы сюда Макс подошел, вот где мы, и отсюда бы покрыл. Не-не, я там чистое, слишком чистое поле, братух. Тут плюс хаммер, я буду спокоен. Не, то есть ты был деревом, ладно, хорошо. Смотри сам. Тут просто деревья не закрывают тебе вход в палатки, ты бы нас мог крыть.
А там что за строение вообще вдалеке? Крепость какая-то. С этими, с прожекторами. Да, прожекторами меня очень сильно слепит. Я, пожалуй, пойду. Артур, ты видишь ее? Да, вижу. Вижу вас обоих. Так, вот это там кто лежит? Мертвый, нет? Да. Да, там, кажется, большая часть. Проверяю, у тебя зум неплохой такой. Если кого вижу, ложусь сразу. Угу. Говори контакты, стреляй. Единственное, где могут быть люди, это за палатками. Крепость, наблюдаю, это торговец авиации. Так, 4 палатки. Одна большая, 3 поменьше. Это вроде чисто. Не, надо быть так уверенным. Не, понятно, мы сейчас не будем туда бежать, прям сломя голову. Мы не знаем, что с той стороны палаток, вот что меня больше печалит. Поэтому пытаюсь обойти. Так, внутри появился зомби. В белом халате. И сейчас на нас пойдет. Снимешь Артур? Ну а что, надо будет снимать. Сейчас я его убью. АСД есть у кого-нибудь? Надо бы кому-нибудь СД взять. У меня пистолет с СД. Не-не, именно взять. Кто стрелял только что? Ты. Кроме меня. Никто. Слева от нас вдалеке был выстрел. Или мне показалось? Не в ту сторону смотришь. Я не стрелял. Налево, левее смотри, Джек. Вон туда, куда-то. Что-то было там. Или меня глючит. Но все-таки будь осторожен. Там машина стоит. На горке. Возможно, чья-то. На горке? Горка, да. Снайперская, чья-то там сидят. Ну, то есть я на... Вижу машину. 110 макс. Ну, Overwatch. Слишком далеко от меня, туман. Понятно. Так, Джек, давай по-быстрому берем брифкейс. Я предлагаю вот за палатками за этими заныкаться, то есть, чтобы нас слева там не сняли. Я как зашел сюда, появился какой-то... А, здесь лечиться можно. Типа мы выполнили миссию, я так понимаю. Нет, у нас надпись должна появиться. Угу. А, вот коробки. Тихо, выстрел! Тут всякие штуки для этих. Сзади нас выживший. Двое сзади в гильдии, могу решать обоих. Решай обоих. Упали оба. Молодцы. Хорош. Тут в коробках всякие инструменты строительные. Ну я бы не сказал, что что-то очень нужное. Ублюдки. Кажется, не живые. И внутри куда? Тут Артур. Откуда они здесь? Антибиотики, бандажи, пакеты крови. Еще один бежит. Держись там. Давай, Макс. Макс, тебе на помощь прийти? Упал. Не-не, нормально. О, этих засчитывает. Это, видимо, патруль. Это не обычные бандиты. Артур, затаривайся. Комбинационный замок взял. Так, антибиотики беру, еще пакет. Не подвел тебя. Не подвел тебя слух, действительно стрелял тут. Я же говорю. Есть. Все нормально. Беру 2 бладбега. Я там вообще всего набрал целую кучу. На меня зомби согрелся. Ходи тогда. По идее, где-то должны были деньги появиться. Лерчи ганбэк, что это? А, точно, это же та сумка, которая нам нужна дико. Погодь, я тогда одну возьму себе. Это очень хорошо. Лерчи ганбэк, это что за сумка? Супер гигантская сумка, я так понимаю. Насколько я понимаю, это что-то... Джек, да, тоже. В ней просто Джек. Куча слотов, что? Мы счастливы? Мы супер счастливы, у меня супер мега сумка, в которую я могу кучу всего просто накидать. Пакуй бабки. Она там такая была? Да. Пакуй бабки и пора. Бабок нет. Нет, бабок нет. Как? What? Пасы. Джек, вот отходите сейчас сзади. Ладно, давай, сниму. Куча пакетов крови, Макс, куча еды, антибиотиков взял. Могу подогнать. Я стрелял. Дымовухи есть. Могу подогнать тачку. Мы своим ходом. Ну и давай, в принципе, да, подгоняй, загрузим. Бутылка с водой. Мне нужна секунда. Я просто всего тут набрал. Так, пойду еще там позырю, что есть. Так, ну ничего строительного не берем, да? Сейчас машина подъедет и все, грузим, что лезет. Немного очков двигаться тачки.
Ну, сейчас. То есть там были боты или реальные игроки? Вроде как боты. Но они так натурально себя вели. Меня вот волнует лишь лагерь, который за нашей спиной стоит. Крепость. Чё там, кто там? Хер его знает. Ладно, надо что-то менять, я пошел. Он, ну, не должен умирать, не должен, не вижу никого просто. Да, там зомби ходят. Но я убил страшно. Троих. Патрулей обычно сколько? Трое? G36A. По-разному кама, бывает. Патроны. У тебя только какая пушка вообще? G36 кама. Вот, возьми тут патроны. Я полностью забит медикаментами, поэтому сейчас машину погрузим. Ridge Assault Pack у него есть. Я забыл время на запись посмотреть. Неважно. Такие моменты, время замирает. Лемсул, чувака был. Нас реально с него хотел убить. При желании можно. Ну, второго Ленфилд тоже. Я вижу лишь два трупа. Стрелял по троим, по-моему. О, у третьего чейзет. Ну, это как бы так, о, типа. Тут меня увидят в любом случае. У этого пулемет. Тут тоже интереснее. Че у тебя, братуха? М-ка голографическая. Ни хреново, кстати, пушка. ПДВСД. О, бэкпак койот, я возьму, слушай, ты не против. Только я загружу свои вещи из своего бэкпака. Молодец, какой файер себе оставь. Не стесняйся. Снять одежду. Гили есть. Джек, ты внутри? Второго даже чего? Обыскивать не пойду. Там просто зомби ползает. Наспавнился. Нет, чуваков лутаю. Чейзет тоже у него был. Я подъезжаю. Я думаю, чейзет закинул в этот. Не, не стоит. Нам. А че? Да зачем? Ок. Слышу, едешь, да. И вижу. Кто там перелазит? Я. Yeah. Че, не будем смотреть, что там за крепость? Можем заехать, если хочешь. Интересно же. Uh-huh. Для начала у нас погрузочные работы сейчас будут. Да, тут вот сюда, Макс, подъезжай в угол. Сюда, 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 сюда. А, ты задом сдашь? Uh-huh. Две коробки, в которых куча всего. Так, я сейчас... Так, еще ставить. Хорошо. Все. Складываем туда всякое. Короче, Макс, я на заднюю... Я на заднем сиденье сижу. Не, я-то не буду ничего брать, я лучше посмотрю из от третьего лица из машины. Давай, 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 молодцы. Еда там, морфинчик. Все, что хочешь. Бутылка. Ты машину заглушил, да? Да. Те бандиты сзади вообще не в тему. Ну, чуть не охренел. У нас 19 морфина. Я вам скажу. Так, гружу еще какую-то шляпу. Эпипены. Для чего эпипены нужны, кстати? Это чтобы поднимать. Сознание. Из сознанки лежишь. Но это фигня, не надо. Это не так, чтобы важно, да. Я вообще их не беру, потому что обычно я с 500 лет мертв. You're dead. Так, я беру всякие штуки для строительства. Они есть? Да. Так, я проверю, сколько у нас еще в машине может место выдержать. То есть я беру реально почти все. Что тут есть. Еще 30 слотов, ребят, не Work больше. Workbench там. Как раз 30? Нормально. Угу. Так, загружаю. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, семь. Не влезет все. Не лезет. А нет, лезет. А да, это же другое. Тихо. Что-то едет, нет? Не-не-не. Все нормально. Какой-то нарастающий звук был. Все нормально. Окей? Окей. Теперь у нас вода есть. У нас да. Много воды. Ну, я не стал все брать. Так, что там еще осталось? На крепости я никого не вижу. Ребят, все, Артур, я все загрузил. Там гильдии выбрасываю. Забирайте гильдии. Не стесняйтесь, кстати. Мне не нужно. Ну, вот оденьтесь. Не нужно? Ну, серьезно? У меня мой костюм клевый.
Я тогда себе возьму гилли. Обычный. А, не могу отвернить. Конечно. Угу. Ушел переодеться и не вернулся. Это мутация просто. Макс, а где там наше золото? Макс, ну, слушай, Макс. Какой-то прям сильно темный. Ну, я думаю, кстати, что вот эти вещи, которые мы набрали, можно неплохо продать. Это будет, это дневной камуфляж у меня, а это такой, не дневной, ночной. Можно на аэропорт будет заехать, тут совсем близко. Да, вполне. Все, похуй. Секундочку, я попью. Да. Кстати, я тоже. Я и поем, и попью. И пил, ел. Какой, блин. Колесико мыши меня постоянно подводят. Так, что класс материал из for buildings and bags. Шите и пейте, я пока. Blocks, corrupted fence. Зырю. Combination lock. Так, все, попили. Надо я там для дома всяких вещей по две штуки взял, которых было 3 или 4, а те, которые по одной, и так все забрал. Угу. И закинул. Все, едем. Джек. Come on, Джек. А второй ты проверял палатку, Джек? Ху. Вот. Да, а, она двойная же. Понял, понял. Все. Эти пустые. Ну, что я могу? Чуть левее. Ну, чисто. Я практически не выстрелил, только зомби почистил. Это вот примерно так, наверное, будет выглядеть наша крепость недостроенная. Ну, поживиться, я смотрю, так нечем. Ну, нет, чисто просто интересно, как это выглядит. Круто. Прикольно, да. Превращаемся потихоньку в Майнкрафт. Так, торговец авиацией. Сгоняем, посмотрим цены на вертолеты. Ну давай, охренеем. Угу. Там, наверное, 50, я думаю, вот там, 50 брифкейсов, неси, сынок. Там, где торговец-то все нормально, а вот чуть дальше, на взлетной полосе, уже, думаю, могут быть враги. И очень дикие. Снайперы там. Так, Артур, как обычно, я могу теперь налево смотреть, кстати. Ладно, ты все еще с видом из кабины смотришь? Нет, уже с третьего лица в машине. Ну а что, ты не можешь в обе стороны смотреть? Ну, будет круче, если кто-то в одну, кто-то в другую. Ну давай, я смотрю налево, как смотрю. Ок. Так, Макс знает, куда нас везет, да? Поставил метку? Ну конечно. 900 метров. Потом можно на Старый Собор заехать, посмотреть, что там. Не пуганные такие уже. Ну так. Врагов хватает, конечно. Ночь. КПНВ есть, ночью интересно играть. Реально, атмосфера такая ночная. Да. Спору нет, ночью нормально с ПНВ. Без ПНВ не очень. Без ПНВ не нормально. О! Звездочка горит. 15 минут. Ну вот как раз когда рестарт, там мы завершим. Там урал стоит внутри. Угу. Ну-ка, краш-тест. Немножко покоцал. Вообще насквозь проехали. Лучше так не делать. Машин, ну колеса сказали, хватит. 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 Вот этот пацан, походу, закрытый тут. Ребята, а это не сейв? А, вот, вот теперь сейв. Мотоцикл чей-то. Два мотоцикла. Так, Масси. По аэропорту здорово, там братан. Кто-то мертвый лежит, бегает собака. Ну, вроде чисто. Собака, скорее всего, кого-то убила. Братуха, ты не разговариваешь, типа, по ночам? Ждать надо. Пони вообще как не приезжаешь, а первое время не разговариваешь. Потом поймешь, что мы нормальные парни. Собака носится шоу-шоу-малишон на этом. Это о, два типа выбежали из ангара. Ага. Три. 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 Ну, стрелять нам нельзя. Ну да. Они нас, по-моему, заметили. Они вряд ли. Бегут, один сюда бежит. Нет. Они вообще какие-то. О, можно трейдиться. Хеликоптерс. Макс только развернулся от них и пошел. Четыре голды стоит. Очень, очень. Ну это вообще.
Unarmed, но нам есть... нормальные цены, вполне нам входят на самом деле такие цены. Можем 4 брифкейса, АН-2, каргоплейн. А это ты смотришь, смотришь самолеты? Да. А я смотрю вертолеты. 4 брифкейса. А может он, может его можно обмануть и 4 пустых ему отдать? Есть супер дешевый вертолет, я вам даже больше скажу. Короче, не убежали. Ну убежали, я их вижу. Ми-17, 4 ОЗ Голда. Но в принципе сейчас нам, конечно, это не входит. Че, поехали? Слева кто-то бежит. Тоже от нас. В сторону этих. Сумку у тебя, конечно, да, вижу, почтение. Действительно. А там даже в классном гиле кто-то. Да. У меня, меня дико слепит, братан, когда я слепит. Да-да-да. К нам бегут-то. Ну да. Трое. Пока что вижу троих. Надо ехать. Мы тут не можем стрелять. Двигай, Джек, ты закрыл весь проход. Ну так а если нас обстреляют? Ну мы в камере. Секунду. Не хотелось бы мне тут колеса терять. Все нормально будет. Да, вообще. Нет смысла переживать. Вышли из безопасной зоны. Все, теперь ворота. Ставься. Угу. Так, секунду, я выйду, открою их. Давай. А, их так можно из машины. Ну ты жесткий, Кашпировский, блин. Как? Силой мысли, что ли? Машина. Надо уметь. 2 километра. Машина Хаммер. Нет, не Хаммер. Обычно. Показал, что Хаммер стоит. Везде уже Хаммеры мерещатся. Ага. Пипец какой-то. Вот сейчас вот если гиль лежит какой-нибудь, хер заметишь вообще, если он не шевельнется. Ну да. Типа так и есть. Все одноцветное. Ну, например, темного гиля еще можно увидеть на белом фоне. А вот такого, как у меня, светлого, вообще не запалишь ни за что жизни. Ну, хотя есть такие ребята, которые типа вырезают там у себя из файла фармы там траву, деревья, это вообще, я считаю, ненормально. Хуйней заниматься такой, простите за выражение. Прикинь, вырезал человек деревья, значит у него их нет. Он может сажать вертолеты в деревья, машины парковать в деревья, ехать через деревья, и ну, ничего с ним не происходит. Ты у него сейчас только что огромного количества вредных школьников подал идею. А, это уже, уже давно это зафикшен. Ты ж когда заходишь на сервак, тебе даже пишут, типа никаких вредоносных файлов не найдено. Антихак так называемый. И все люди его пишут сами. Такой был РУ 68, такой появился сейчас у всех. Довольно заборчик. Просто. Почти приехали на старый. Ну уж эти места-то я узнаю. Ты отказал мне, раза не хочу сказала ты. Вот ой, как я помню, за этими укатайками перестреливался. Они бронебойные вообще. Вернее, да? Бронебетонные. Хер чем прошибешь. А еще бы, а может на лагерь героев, кстати? 10 минут у нас есть. Я думаю, не успеем, кстати, да. Ну, давай пока съедем на старый, а там уже посмотрим. Ну, ладно. Ну, а что мы там будем делать? Там же такой же магазин, как и на Клёне. Да? Ну, да, вроде как. Ну, посмотрим. Позыркаем. Если такой же, сразу загружаемся и едем в Хирескам. Сработали хорошо, вообще, как надо, то есть. Тюлика в тюлику. Машинка стоит. Без лишнего шума. Кстати, нормальная. Класс. Скорее всего, где-то здесь лежит ее обитатель. Вряд. Как думать? Ночь. Я думаю, наша машина. Зачем ты въехал в дерево? Она в дерево попросила меня. 2 кадра в секунду. 46. 32. Все, отпустила. Это сервер. Наверное. Впервые в жизни вот на этой территории ты понимаешь, что тут безопасно тебя убьют. Просто такое чувство бешеное. Но все равно тревога. Вдруг убьют. Никогда в жизни я тут не ходил спокойно. Кстати, можно вырубить ПНВ. Это же как-то ярко. Согласен. Get out. Сейчас глаза привыкнут пока.
Ну, это какой-то стоит чувак, который что-то продает, ну-ка. Он что-то знает. Торговая зона вроде как, а тут один чувак всего лишь. Ну, он сразу не будет разговаривать. А там слева еще что-то есть. Этот парень, походу, еду впаривает, потому что видно, что у него стоят. Вот еще дама какая-то, у нее тут трупики лежат. Она запчасти зомби, короче. Принимает? Принять. Угу. Химсвет, медицина, всякая приблуда. Всякая разная. Всякая разная. Это не заразно. Не, ну конечно, вот этот вот рюкзак у меня вообще дикий. Какой-то чувак с машинами есть. В ПНВ, кстати. Из АКСУ. Парни, здесь Абрамс стоит. Поехали? Нет, он без гусениц. Но вот эти вот ребята, которые, похоже, может, продают танки, они, походу... Ну, короче, я не могу с ними поговорить пока. Так, я тоже пока есть люди могу поговорить. Ну, ты думаешь, там впаривают танки? А это было бы неплохо. Ну, я уже вижу, что танк тут есть. Стоит такой. Без дула, правда, дуло спилили. Чувак, ну ты будешь с ним разговаривать, или мы будем припираться? Или я тебе не нравлюсь? Скажи, если я тебе не нравлюсь, я уйду. Ну, я же... Ты мне не нравишься. Бан. Жек, не пусти меня. Тебе, кстати, кровь предлагают влить. Ну, у меня там... Сколько, кстати, у кого хуманити? 2545. 2820. А вы? А, да. Ой, кажется, красная цепь. Не-не, еще 7 минут. Вот так, о, да. Fuck yeah. Тут вертолетная площадка, походу. Два пацана с танком, да, есть. Ну-ка, ребятушки, чем порадуете? О, тоже... тут машинка раздолбанная, и чувак что-то продает. Капец, у него прикольный. Здрасте. Если вы мне что-нибудь не продадите, вот этот лысый псих съест ваше лицо. Компенс, у него одежда танкистская. Наша, российская. Вы можете торговать? Нет, это Джек там что-то думал. Mm. Ну, короче, ночью они, похоже, все сонные такие, отвали. Что ты хочешь? Иди домой. Чувак какой-то с констракшн штуками. Тоже ничего не хочет. Продайте танк, парни. Какого черта? Танк есть, слышь, чё? Могу. Чё? А этот пушки продает. Тот, который левый, не знаю. Нет, это твое. Я не могу с ними торговать по-прежнему. Не пригодился. Короче, правый продает пушки. То есть оружие? Я даже не удивлюсь, если у них патроны. Меняется этот, как он, ассортимент в зависимости от лагеря. Если то есть, там, например, так... что-нибудь там простые пушки, мне а здесь нужен какие-то суперэлитные. Прямо сейчас. Тот, который в самом начале стоял, он все равно не хочет. Потерпусь. Ты можешь? А, ты что? Так, ну так чего, 5 минут, мы должны успеть. Мы должны успеть. Ну поторгуй, ну пожалуйста. У меня вообще они не расположены. Ни в какую. Ох. У меня тоже не Вот интересно. С девушкой так можно тут сразу все. С девушкой, да, хоть все. Можно, короче, да, менять всякие голды на голду и... Понял, как это... А где девушка, кстати? Девушка справа. Да. А я даже с девушкой не могу. А вот теперь могу. Подожди, который рейдер меня появился. Когда ствол на нее направил, то этого не хотел. Сволочь. Что стрела? Всегда галантин с женщинами. Да, как всегда. Наша машинка. Сейчас такой, нет, я... После рестарта посмотрим, какое время суток будет. Ну и, собственно, решим, что делать дальше. Evening soul, да? С пулеметами, с двумя. Ладно, а что тянуть-то, да? Спасибо, ребят, что были с нами. Все равно мы ничего не можем. Да. Да, нормально сегодня как-то ничего не можем. Не смогли, вон что. Я имею в виду, ничего не можем сейчас. Зачем? Что тянуть-то? Я пошел в квазику. Устроили заварушку, победили. Не иди квазику, пожалуйста. Намутили. Стали еще богаче. Спасибо, всего доброго. Шестрила, Блэк, Джек. Всем пока. Всем пока. Yeah.
Thank you.